Удар в гонг – сигнал к началу поединка. В первый день открытого чемпионата по боксу памяти Валерия Бояркина состоялись предварительные бои. На ринг вышли спортсмены из Саратовской области, Республики Мордовия, Ульяновской, Пензы области и, конечно же, зареченцы. Участники соревнований выкладывались на все 100%. Открытый чемпионат памяти Валерия Бояркина, воспитанника Зареченской школы бокса, предпринимателя, который поддерживал этот вид спорта, проходит в нашем городе уже в третий раз. Третьим он стал и для зареченского боксера Никиты Митрофанова. В прошлом году он выступил на ринге не так хорошо, как мог бы. Я мог отбоксировать лучше, но я сдох. И у меня дыхалки не хватило. Я был после болезни и не смог отбоксировать хорошо. К турниру 2017 года Никита готовился особенно упорно. Систематически работал над дыханием, развивал выносливость. Бег, особые занятия, силовые и просто пробежаться до школы и обратно. Во время поединков Никита собирается делать ставку на свой коронный правый боковой удар. В этом году он твердо намерен показать все, на что способен. Чемпионат памяти Бояркина – одно из самых массовых спортивных событий в жизни Заречного. За время своего существования он уже успел стать популярным. У турнира есть все возможности для дальнейшего развития. Турнир, если будет набирать представительство, то есть все больше и больше, то он может получить определенный класс, то есть уже спортсмены титулованные будут его посещать. Но все зависит от того, как бы, какие боксеры будут приезжать сюда, каких спортсменов мы будем готовить. Это хорошая школа. Они приезжают к нам в город с удовольствием, все тренеры. Уезжает с хорошим настроением. Здесь малыши получают именно вот тот толчок школы бокса, к которому они стремятся. Официальный старт чемпионату был дан на торжественной церемонии открытия. Финальные бои состоятся 14 января во Дворце спорта. Начало в 11 часов. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».